Сегодня мы поговорим с вами о уникальном продукте от компании Panasonic – климатическом комплексе VXF70. Для начала давайте поговорим и поймем, что такое климатический комплекс. Климатический комплекс – это продукт, который совмещает в себе три основные функции – увлажнение, очистка от неприятных запахов и очистка от бактерий, вирусов и аллергенов. Итак, перед нами Panasonic VXF70. Это флагман среди всей линейки климатических комплексов Panasonic. И, по моему твердому убеждению, один из самых лучших продуктов на рынке Украины. Традиционно начнем с дизайна. Итак, у нас имеется передняя панель золотистого цвета, большой информативный LED-дисплей и основной корпус в белом цвете. Основным предназначением данного климатического комплекса является полная очистка воздуха, а также его увлажнение. Данные функции достигаются несколькими путями. Первое – это технология Nano-EG, о которой более подробно я вам расскажу позже, а также три основных фильтра – композитный, дезодорирующий, а также водяной. Итак, давайте более подробно остановимся на Nano-E технологии. Что это такое? Nano-E технология – это специальная разработка компании Panasonic, основной функцией которой является генерирование отрицательно заряженных частичек, помещенных в водную оболочку. Предназначение этих нано-И частичек – это разрушение вирусов, бактерий и аллергенов, которые находятся в воздухе вашего помещения. Благодаря микроскопическим размерам этих частичек мы также достигаем эффекта нейтрализации неприятных запахов, которые находятся у вас в одежде, в ковровом покрытии, а также мебели. Nano-E технология относится у нас к агрессивному способу фильтрации воздуха. Но помимо этой функции у нас есть еще пассивная фильтрация воздуха, которую мы предлагаем вам рассмотреть поближе. Для этого нам понадобится снять переднюю защитную декоративную крышку. После того, как мы открыли наш очиститель воздуха, мы обнаружили два фильтра. Первый фильтр называется композитный. Основное предназначение его является уничтожение вирусов, бактерий и аллергенов. Он состоит из трех частей, и каждая из них отвечает за уничтожение конкретного вида загрязнителя. Второй фильтр – это дезодорирующий фильтр, или так называемый угольный фильтр. Основное его предназначение является нейтрализация неприятных запахов в помещении. Для того, чтобы показать следующий фильтр, нам надо будет снять водный бак. Водный бак у нас вместимостью больше 2 литров, что вполне хватает на одни сутки непрерывной работы. Достаем водный фильтр. Он выглядит у нас как мельница, медленно вращается в поддоне с водой, тем самым увлажняя помещение. Все фильтры требуют небольшого вмешательства и обслуживания. Эти фильтры достаточно просто один раз в неделю пропылесосить. Фильтр же водяной разбирается из своей основы и просто стирается в водопроводной воде. Срок службы всех фильтров при должном ухаживании составляет 10 лет. Итак, я собрал наш климатический комплекс, это заняло у меня менее 1 минуты. И теперь давайте его включим, чтобы посмотреть, как он работает у нас в действии. Мы включили наш климатический комплекс и видим большую информативную LED-панель. Основные индикации, которые мы можем наблюдать здесь, это текущая влажность воздуха, индикатор, который показывает уровень загрязненности нашего воздуха, а также работу уникальной функции Эконави. Давайте более подробно я вам расскажу, что такое функция Эконави. Она включается и выключается отдельной кнопкой на нашем климатическом комплексе. Когда вы ее включаете, загорается информативный зеленый индикатор. Основное предназначение этой функции это является экономия электроэнергии. Ведь Эконави, по сути, это датчик движения, который определяет активность человека в самом помещении. Когда человека в помещении просто нету, климатический комплекс с помощью функции Эконави просто отключается для того, чтобы экономить электроэнергию. Давайте теперь более подробно остановимся на элементах управления самого климатического комплекса. Итак, они представлены несколькими кнопками у нас на LED-дисплее, и каждая имеет свою функциональную особенность. Итак, начнем с нескольких режимов работы нашего климатического комплекса. Прибор может работать в
полностью автоматическом режиме идет обозначение Full Auto, либо просто очищать воздух без функции увлажнения. Для этого нам надо переключить его в соответствующий режим. Как только, например, у вас закончилась вода в баке, наш климатический комплекс автоматически переходит только на функцию очистки воздуха, без функции увлажнения. Идем далее. Если мы переходим с автоматического режима в управляемый, набираем функцию увлажнения и очистку воздуха, мы с помощью отдельной кнопки можем регулировать мощность воздушного потока, который выдает наш климатический комплекс. Она у нас имеет три степени мощности: мощный, средний и низкий. Идем далее, перейдем к интересной функции нашего увлажнителя. Это возможность распознавания вида загрязнения. В нашем климатическом комплексе стоит два датчика. Датчик неприятных запахов и датчик пыли. Он меряет размеры наших загрязнителей и, соответственно, открывает разные возможности забора воздуха в климатический комплекс. Если у нас неприятный запах, это все загрязнители у нас летают выше 30 сантиметров в помещении. Поэтому у нас открывается фронтальный и боковой забор воздуха. То есть забор у нас идет отсюда и сверху. Если же у нас идет загрязнение, такие как, например, пылевые клещи или просто пыль, это у нас вся грязь находится ниже, чем 30 сантиметров от пола. Поэтому наш климатический комплекс это распознает и включает нижний забор воздуха. Воздух забирается у нас с нижней части и, соответственно, чистый уже выдает в верхнем потоке. В конце хотелось бы вкратце рассказать еще про несколько функций этого увлажнителя. Итак, здесь есть у нас 8-часовой таймер на отключение, а также возможность блокирования панели управления от детского вмешательства с помощью кнопки «Детский замок». К техническим особенностям нашего климатического комплекса Panasonic VXF70 можно отнести то, что всего лишь один прибор может очистить воздух в помещении площадью до 52 квадратов. При этом мы имеем максимальную продуктивность увлажнения до 700 мл в час, что намного больше, чем, например, у тех же ультразвуковых увлажнителей. Обратите внимание, что в конце нашего видеоролика индикатор на панели управления климатического комплекса стал синим, что свидетельствует о том, что воздух в нашем помещении стал абсолютно чистым. В заключение хочется сказать, что перед нами уникальный прибор от компании Panasonic, который является отличным решением для уничтожения 99,9% всех известных науке вирусов, бактерий и аллергенов. Прибор, который отлично справляется с неприятными запахами, имеет широкую систему фильтрации с огромным ресурсом службы до 10 лет и также станет отличным приобретением для людей, которые ценят свое здоровье.